Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я хочу вам показать, как связать вот такую замечательную простую выполнение жилеточку на девочку. Я вам показываю два вида жилеточки, при том, что разница в них. Данная жилеточка бирюзовая связана из хлопковой пряжи, а розовая жилеточка связана из акриловой мягкой пряжи фирмы Носа. Вот, связаны они по одному принципу. Единственное отличие, которое вы сможете найти в жилеточках, это центральный узор. На розовой жилетке я сделала вот такие вот жгуты, которые делала перекрещивание в разные стороны. А на бирюзовой жилеточке я сделала центральный узор, более такой похожий на араны. Это перекрещивание жгутиков, их совмещение, разделение и так далее. Я вам что хочу порекомендовать для начинающих вязальщиц. Вяжите все-таки первый вариант — розовая жилеточка, то есть как у меня здесь жгутик от начала до конца. То есть, как вы видите, тоже получается очень красиво. Если же вы уже как бы более опытная вязальщица и, скажем так, дружите с аранами и знаете, что это такое, то можете, в принципе, вязать тоже перекрещивая. Я здесь делала перекрещивание на глаз, но в дальнейшем я уже нашла чем-то похожий узор на вот это. То есть это я взяла идею с интернета, по фотографии делала перекрещивание. Вот. А в дальнейшем я уже нашла именно схему этого узора, которую я приложу в дальнейшем видео. Вот. Что касаемо жилеточки, нам нужны такие размеры, как окружность головы, где мы будем набирать количество петелек по окружности головы, для того, чтобы наша жилеточка была без застежки. Вот, далее окружность по груди, обхват нам нужен будет. Я буду вязать на девочку в обхвате груди 50 сантиметров, плюс 3 сантиметра сделала запас для того, чтобы одеть жилетку на гольф. Вот, вы уже смотрите, какой запас хотите сделать вы. То есть в полуобхвате у меня 26,5 сантиметров, то есть 53 в обхвате груди. Высоту кокеточки я делала 12 сантиметров, то есть расширение делала реглана до полуобхвата минус где-то 4 сантиметра. То есть вот эти по 2 сантиметра мы добавлять будем под линией рукавчика, то есть там, где у нас проймочка. Вот. И, конечно же, общая длина изделия. Это от плеча, насколько вы хотите низкую. Здесь на бирюзовой жилеточке я сделала длину 31 сантиметр, то есть я сделала широкую резиночку. На розовой жилеточке я сделала 29, почти 30 сантиметров, то есть где-то 29,5 высоту за счет вот этой, скажем так, резиночки, которую я связала, как вы видите, немножечко уже. Но в целом делала все то же самое. И несмотря на то, что жилеточка розовая у меня связана из акрила, а голубая из хлопка, я делала абсолютно одинаковые расчеты у меня получились. И как вы видите, по размерам у меня тоже все получилось одинаково. То есть, в принципе, если вы возьмете пряжу классической толщины, не обязательно это может быть акрил, хлопок, а это может быть какая-то полушерсть, либо шерсть мериноса, то есть вы уже смотрите, скажем так, на свое усмотрение материал берете, и я думаю, что в принципе получится у вас вот такой размер. Данный фасон жилеточки подойдет на девочку где-то от 8, думаю, месяцев до 4 лет, так как связана она без росточка. Если вы дополните жилетку росточком, то в принципе такая жилеточка подойдет даже для девочки в школьные годы, одевание под форму на прохладное время года, когда еще, скажем так, не включили отопление в школах. Вот, тут вы уже смотрите, скажем так, и на узорчик, исходя, все как бы сделано, как на мой взгляд, очень скромно и по классике. Вот, я вам сегодня покажу, как связать на девочку 2 годика по размерам, которым я вам сейчас сказала. Вы уже будете смотреть на размер, который нужен вам, и делать, исходя из моих расчетов, свои расчеты. То есть предварительно вы свяжете образец лицевой гладью, но учтите, что поворотными рядами лицевая гладь, то есть если вы будете вязать поворотными туда-обратно, скажем так, провязывая петельки, то у вас получится по плотности при круговом вязании более плотнее, поэтому это тоже следует учесть. Я, скажем так, делала расширение петелек, исходя из плотности вязания поворотными рядами, которая гораздо меньше, поэтому делала расчеты шире, чем, скажем так, я бы делала, если бы сделала со швом, либо с застежкой. То есть круговое вязание, которое мы сейчас будем с вами делать, оно гораздо плотнее. Вот. Все нюансы я сказала, и, конечно же, кому понравилось, лайкайте, и приступаем к вязанию.
Для вязания розовой жилеточки я использовала пряжу Ланоса Минти. Это все, что у меня осталось со 100-граммового моточка. Более подробнее об этой пряже вы сможете посмотреть в отдельном видео. Ссылочки смотрите ниже в описании под этим видео. Вязать же я буду ниточкой бирюзового цвета, то есть бирюзовую жилеточку, поэтому буду использовать ниточки хлопковые Sable Lux. Это в 50 граммах 105 метров, 100% мерсеризированный хлопок бельгийского происхождения. Вот. Уйдет у меня данной пряжи где-то порядка 120 грамм. Вот, и буду вязать спицами. Два вида нам понадобится спиц. Это чулочные для набора петель, для вывязывания горловинки и обвязывания рукавчиков. Если же хотите, можете использовать только лишь круговые, которые я буду использовать для основного вязания. Это также номер 3. Вот, мы будем вязать абсолютно, скажем так, по кругу все вязание спицами круговыми, и только лишь обработка резиночки будет у меня чулочными спицами. Также нам понадобится крючок любого размера, это для дополнительных, возможно, набора петелек, то есть для дополнительных наших функций при вязании. Прятать краешки мы будем крючком. Также нам понадобятся ножнички, одна булавочка либо марки для того, чтобы отметить начало ряда вязаний и затем ориентироваться по этому, сантиметр. И две булавочки держателей кос. Либо можете заменить просто ниточкой контрастного цвета с иголочкой, которую вы потом петельки открытые оставите, когда мы будем бросать рукавчики и замыкать вязание переда и спинки в круговую. Для начала нам нужно сделать небольшие расчеты. Для этого нужно знать обхват головы ребенка, у меня это 47 сантиметров, и связать небольшой образец поворотными рядами просто лицевой гладью. То есть в 10 сантиметрах у меня по ширине составило 24 петли. То есть в 1 сантиметре 24 делим на 10 сантиметров, получается 2,4 петли. То есть нам нужно знать обхват головы и количество петель в 1 сантиметре. Далее мы умножаем обхват головы на количество петель в 1 сантиметре. В данном случае у меня 47 умножаю на 2,4. Получается, у меня это неполное число, то есть где-то 112,8. Я округляю до 113 петель, то есть ближайшее число. Возможно, у вас получается четное число, либо нечетное. Это сейчас не имеет значения. То есть для окружности головы 47 сантиметров мне нужно набрать 113 петель. Для того, чтобы замкнуть вязание в круг, у нас должно быть обязательно нечетное количество. То есть, если у вас здесь получилось четное, к примеру, 110, либо же 112 полных петель, то добавляйте одну петлю. Так как у меня получилось 113, то я так и буду набирать 113 петель. Так как у нас обхват головы умножается на количество петель в 1 сантиметре, и это будет у нас, скажем так, изначальная резиночка, которая будет растягиваться. Поэтому вот эта одна петля у нас уйдет на замыкание вязания в круг. То есть в итоге у меня получается для обхвата головы 47 сантиметров нужно набрать 112 петелечек. 112 петелечек мы должны распределить на такие части реглана, как спинка, перед и два рукавчика. То есть общее количество, то есть 112 петель у меня, нужно поделить на спинку, 2 рукавчика и перед, то есть на 3 части. Для начала я предлагаю вам из общего количества петель, в данном случае 112 петель, отнять по 2 петли, это 4 регланные линии, которые у нас всегда будут вязаться изнаночными петлями. То есть в начале 2 изнаночные петли реглана, первая линия. Серединке по 2 регланные линии и в конце. Я нарисовала такой вот условный круг, это окружность головы, где начало ряда у нас и конец будет находиться в конце спинки. То есть вот здесь вот у нас будет начинаться, скажем так, ряд и заканчиваться вот такой вот точечкой, я отметила. Можете для себя тоже так как-то отметить, можете нарисовать квадрат, то есть здесь не имеет значения. Главное, чтобы вы понимали, что ряд у нас будет начинаться с регланной линии, то есть двух изнаночных петелек. Затем вязаться рукавчик, регланная вторая линия, затем перед, регланная третья линия, рукавчик и четвертая регланная линия, которая завершается, скажем так, после рукавчика спинкой. Вот. То есть мы должны от 112 петелек убрать вот эти 8 изнаночных петель, это линии реглана. У нас получается 112 минус 8, 104 петли.
То есть 104 петли, которые мы должны поделить на спинку перед и рукавчик. То есть, если мы сейчас поделим на равные 4 части, то есть 104 на 4 в принципе делится, но на рукавчике, скажем так, полные части это будет много. Поэтому я буду делить на 3 равные части, одна из которых спинка, вторая из которых перед. И третья часть я поделю на рукавчики, то есть на пополам. Получается 104. Если мы поделим на 3 равные части, это выходит 34 целых, ну где-то 66 там, сотых и так далее, тысячных. Вот. Нам вот это целое число нужно взять. Я вот эти вот пока тысячные, сотые не беру. Я беру целые части. Делю на спинку, то есть 34 петли мне нужно на спинку. На рукавчике я делю 34 пополам, то есть это получается по 17 петель на каждый рукавчик. 17 1 и 17 2, то есть одну часть делю на пополам. А вот эти вот 66 там сотых или 666 тысячных, в общем, вот эту вот бесконечную шестерку я переношу на петли переда. То есть, если мы сейчас вот эти вот 66 бесконечные возьмем со спинки и с рукавчиков, это получается всего лишь 2 петельки. То есть, 36 петель я беру на перед. Почему на перед я взяла больше, чем на спинку? Так как у нас спереди будет здесь вот равные такие, скажем так, узоры. Они у нас забирают сантиметры, соответственно, я эти 2 петелечки добавила для расширения. Вот. Далее, что мы делаем? Мы берем вот эти вот петли переда, делим на боковые, скажем так, петельки и петли линии арана. То есть вот она у нас центральная, мы так условно обозначим ее, как бы коса у нас будет идти. Вот, далее, она у нас состоит из, скажем так, 14 петелек, но если мы изначально возьмем центральные 14 петель, то у нас сузятся боковые стеночки. А как я вам говорила, что нам не нужно этого. Поэтому мы изначально центральные 10 петель заберем на аран. И по ходу вязания мы расширим до 14 петелек. То есть мы добавим еще 4 петли сюда. Далее 36 минус 10. Это получается 26. 26 делим пополам. То есть берем 13 петель на одну сторону боковую и 13 петель на вторую сторону боковую. То есть я взяла на регланную, скажем так, центральную косу не 14 петель, а 10. 4 петли мы добавим по ходу вязания. Я вам покажу, как мы будем делать добавление. Итак, из изначального количества петелек на окружность мы убираем 4 регланные линии, то есть 8 петель, и получаем 104 петли. У вас, возможно, свое число. Далее делим это число на 3. Целые числа мы убираем на спинку, целое число делим пополам на 2 рукавчика. И далее, если у вас, к примеру, было не 104, а 102 петли, то у вас получилось по 34 целых. Вот у вас и получилась бы спинка 34, перед 34 и 2 рукавчика. То есть здесь было бы не 36. Это тоже ничего страшного абсолютно. Вот, так как мы здесь еще также будем добавлять петельки на аран, поэтому, в принципе, ничего страшного. Далее петельки переда делим на 3, как вы видите, практически равные части, но я решила, чтобы у нас с боковых сторон от центральной косы было большее количество петелек изначально. Вот, поэтому, скажем так, выделяем число центральное 10 и далее оставшиеся петельки от общей суммы переда. Делим пополам, то есть по 13 петелечек. Я думаю, что здесь вам осталось все понятно, поэтому сейчас мы будем начинать набирать петельки. 112 петель для окружности и одну петлю, как вы помните, для замыкания вязания в круг. Она у нас потом будет сокращаться. То есть я здесь добавлю одну петельку, но она у нас по ходу замыкания в круг сократится. Мы либо провяжем, ну это по желанию, либо 2 петелечки, начальную и конечную петлю рядом вместе, либо же просто я вам покажу, как замкнуть вязание в круг методом перекидывания последней набранной петли на первую. То есть вот здесь вот эта точечка, это начало ряда. Вот она у нас начало ряда, или же конец ряда. То есть как вам понятно, скажем так, будет. Все равно у нас будет вязание замкнуто в круг. Итак, берем спицы чулочные номер 3
И начинаем набирать 113 петелек на одну спицу первой начальной 2 петельки, для того, чтобы не были растянутые крайние петли. Затем приставляем вторую спицу и набираем еще 111 петелек. 113 петелек набрано. Для удобства я набрала на 2 пары спиц. Далее каждую спиц я делю пополам. То есть мы делим общее количество петелек на 4 части. Хотите, можете посчитать, чтобы было равное максимальное количество. Я всегда делю первый, скажем так, вот этот распределительный ряд на глаз. То есть просто визуально делю каждую спиц пополам. И теперь распределим на 4 приблизительные части. Мы поворачиваем той стороной, где у нас красивая ровная наборочная косичка. То есть с одной стороны у нас зубчики, с другой стороны косичка. И теперь беру в руки ту спицу, на которой набраны начальные 2 петельки, так как мы набрали на одну спицу, их четко сейчас видно. И в руки беру спицу, на которой набраны последние петельки, там где у нас рабочая ниточка и вот этот коротенький хвостик наборочной косички. Теперь беру, получается, переношу первую набранную петельку с левой спицы на правую спицу. Вот так. Смотрим, чтобы у нас ниточка не делилась, если это у вас делится сейчас. И спицы, чтобы не выпадали с петелек. Вот. Перенесли на правую спицу. Далее вот эту последнюю лишнюю 113 петельку переносим на первую перенесенную петлю на правую спицу. Вот так. И спускаем эту лишнюю петельку между первой и четвертой спицей, полностью связанием. Затем подтягиваем наши спицы обратно. То есть вот эта лишняя петля осталась у нас между спицами. И тянем хвостик наборочной косички вверх, а рабочую ниточку вниз. То есть от себя одну, а вторую на себя. Как бы затягиваем эту лишнюю петельку. И у нас по кругу должно остаться начальное количество петелек, четное количество, которое нужно нам для вязания. В данном случае у меня это 112. Далее я к рабочей ниточке отправляю за спицы вот этот хвостик, который мы затянули. Далее беру пятую спицу в руки рабочую и начинаю вязать первый ряд. Можете сейчас для удобства отметить между четвертой и первой спицей вот так вот булавочкой, либо же маркером, для того, чтобы знать, что здесь у нас начало или конец ряда. То есть, как вам удобно будет понимать. То есть, это та грань, вот, которая будет определять нам, скажем так, начало-конец ряда. Вот так. Что-то мне не хочет булавочка закрепляться. Все, закрепили. И теперь начинаем вязать первый ряд. Это формирование резиночки 2 на 2. То есть мы вяжем первые 2 петли лицевые. Затем 2 петли изнаночные. Пока мы вяжем за обе ниточки. То есть те, которые мы отправили. Хвостик рабочий и рабочая нить от мотка. За 2 ниточки вот так вот вяжем первые несколько петель. 2 лицевые связали. Далее вяжем 2 изнаночные. Смотрим, чтобы ниточка опять же таки не делилась, потому что это хлопок, если у вас так, как у меня. И связав первые 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, я бросаю вот этот хвостик ниточки, он мне больше не нужен. И дальше продолжаю чередовать 2 изнаночные, 2 лицевые до конца ряда, лишь только рабочей нитью от мотка. Связав с первой спицы 2 лицевые, 2 изнаночные, вот так вот чередование, я перехожу на следующую спицу. Вот таким вот образом продолжаю чередовать до конца ряда. 2 лицевые, 2 изнаночные. Довязав до конца первый ряд, второй ряд и все последующие ряды нашей горловинки мы будем вязать по рисунку. 112 петель отлично поделились на 4 петли, то есть раппорт резиночки 2 на 2. И поэтому в дальнейшем мы так и продолжаем вязать над лицевыми двумя петлями. Первыми 2 лицевые. Над двумя вторыми изнаночными мы вяжем 2 изнаночные. При этом я буду вязать лицевые за ближайшие стеночки, а изнаночные за дальние стеночки. Сейчас первые несколько петель вам будет трудно связать, потому что они достаточно плотно связаны в 2 ниточки. Но вы постарайтесь, связав вот эти первые там 5-6 петель, сколько вы провязывали вместе 2 ниточки, все остальные петельки просто будут у вас вязаться легко. То есть над изнаночными, вот я вяжу за дальние стеночки,
над лицевыми лицевые петли я вяжу за передние стеночки. Тем самым у нас с лицевой, с изнаночной стороны будут петельки, косички красивые, ложиться одинаково и не будет никакого, скажем так, перекрещивания, то есть будет ложиться аккуратным, красивым рисуночком, как с лицевой, так и с изнаночной стороны, наша резиночка 2 на 2. Вот так мы должны связать 6 рядочков. То есть сейчас мы с вами начали вязать второй ряд. Далее самостоятельно вяжем третий ряд над лицевыми, лицевые петли над изнаночными, изнаночными. Четвертый, пятый и шестой ряд. То есть порядка 2 сантиметров нам нужно связать резиночкой 2 на 2, обвязать, начать горловиночку, которая в дальнейшем у вас должна беспроблемно проходить, скажем так, на голову ребенка свободно, то есть она не должна слишком натянуто проходить, так как это резиночка, но и в то же время не должна слишком, скажем так, падать. То есть вот это расстояние должно быть у вас окружности головы, равное окружности головы ребенка. Вот. И так продолжаем вязать резиночку 2 на 2. Еще, скажем, включительно шестой ряд. Связали 2 сантиметра горловинки, даже у меня получилось, если добавить вот эту спицу с петельками, то получается где-то 2,5 даже сантиметра. Вот этой горловинки нам достаточно. Теперь мы берем в руки наши расчеты, которые мы делали, и смотрим. Нам нужно распределить от начала ряда количество петелек на регланной линии, рукавчики, перед, рукавчик второй и спинку. Вот, исходя из этой нашей, как бы, таблички, вот мы будем сейчас вязать. Вы берете свою в руки, возможно, у вас чуть-чуть другие, скажем так, цифры, поэтому вы ориентируетесь, что буду делать я, и повторять то же самое, но уже на своем полотне. Начинается ряд у нас с 2 петель реглана. Запомните, что все петли реглана по 2 в каждой из линий, скажем, из 4 линий реглана, будет 2 изнаночные, поэтому ряд у нас должен начинаться с 2 изнаночных петель. Первые петли ряда у меня сейчас лицевые, и для того, чтобы не было видно вот этого максимально, скажем так, ровное было смещение, я вот эти 2 лицевые довяжу еще на последнюю спицу, для того, чтобы мне начинался ряд с 2 изнаночных петель. То есть я как бы первые 2 петли ряда переношу в конец, и тем самым я уравниваю вот это, скажем так, замыкание ряда, оно будет еще менее заметным. Теперь у нас ряд начинается с 2 изнаночных, поэтому перед 2 изнаночными захватываем ниточку и делаем накид. Самый обычный накид в любую из удобных для вас сторон. Далее у нас идут 2 изнаночные, мы вяжем регланную линию над 2 изнаночными. Вот так вот 2 изнаночные и с другой стороны регланной линии накид. Запомните, что в каждом нечетном ряду, в данном случае это у нас 7 ряд от начала вязания, но первый ряд вязания регланной кокетки. Поэтому запомните, что в каждом нечетном ряду мы будем делать накиды вокруг регланных линий. То есть перед 2 изнаночными и после. С одной стороны, с другой стороны рукавчика перед, после. С одной стороны, с другой стороны, с одной стороны, с другой стороны. В каждом четном ряду, втором, четвертом, шестом, восьмом и так далее, буду провязывать вот эти накиды перекрещенными петельками. Далее у нас идут 17 петель рукавчика. Петли рукавчика у нас лицевые, так как идут лицевой глади. Поэтому вяжем 17 лицевых. Вот так вот. Первая лицевая, вторая за ближайшие стеночки лицевая. Изнаночные я вяжу лицевыми за дальние стеночки. Третья, четвертая, далее пятая, шестая лицевая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая и семнадцатая. Связали 17 лицевых, и независимо от какого здесь рисунка, мы вяжем регланную вторую линию. Это 2 изнаночные петли. Перед делаем накид, далее 2 изнаночные петли и после 2 изнаночных делаем второй накид. Далее у нас идет перед, который делится на 13 петель лицевая гладь с одной стороны, 13 петель лицевая гладь с другой стороны. И третья часть это 10 петель, из которых у нас состоит коса. Но рисунок косы у нас должен состоять из 14 петель, поэтому провязываем 13 лицевых первую часть. Сразу же после накида отсчитываем 1 лицевая, 2, 3, 4, 5, 6,
седьмая, восьмая, девятая, переходим на следующую спицу, десятая, одиннадцатая, двенадцатая и тринадцатая. Связали 13 лицевых, далее у нас идет 10 петель косы. Но смотрите, как мы добавим эти 4 петли, которые нам нужны. Мы сначала вяжем 2 изнаночные, 1, 2 изнаночная, из 10 мы провязали 2 изнаночные. Далее, между провязанной петлей и непровязанной, вот он у нас есть промежуточек, вот так вот. Мы его поднимаем на спицу, и нам нужно сейчас, смотрите, как бы вы поднимаете правой спицей вверх и одеваете так, как подняли. Вот так. То есть у нас получился накид на левой спице. Вы за ближайшую стеночку провязываете этот накид лицевой петлей. Вот так. За ближайшую стеночку, то есть как бы его поворачиваете, перекрещивая, провязываете лицевой. Далее 2 лицевые. 1, 2. И снова делаете промежуточек, накидываете, но уже как бы получается накидывая, одеваете другой стороной. И за дальнюю стеночку провязываете лицевой. То есть мы сначала повернули накид, повернули в правую сторону, а сейчас в левую сторону. И провязали сначала за ближайшую стеночку, второй накид мы провязали за дальнюю стеночку, для того, чтобы повернуть красивыми петлями наши накиды. И у нас уже получается вместо 4 петелек 2 изнаночные, накид это лицевая, далее 2 лицевые, накид с другой стороны. То есть 6 петель вместо 4. Теперь снова вяжем 2 изнаночные. И то же самое повторяем. Накид одеваем с наклоном вправо, провязываем перекрещенный лицевой петлей. Можете перекрещивать любую удобную для вас сторону, то есть смотрите уже, исходя из, скажем так, ваших умений. Далее 2 лицевые и снова такой же накид накидываете, но уже провязываете его за дальнюю стеночку лицевой. То есть у вас получается уже 8 петелек, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые вместе с накидами и 2 изнаночные. То есть вот так вот из 8, скажем так, петелек, 2 изнаночные, из 10 петелек, 2 изнаночные, 4 лицевые, это уже 6 петель. 2 изнаночные, 4 лицевые, это 12 петель, и 2 изнаночные, это 14 петель. По идее, у нас должно было быть 10 петель, из них 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Но мы, скажем так, перед двумя лицевыми и после добавили по петельке в одной стороне и в другой стороне. Таким образом, мы добавили еще 4 петли к нашим 10. И теперь остается нам довязать третью часть из 13 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Для удобства одну петельку я переношу на следующую спицу. Вот, довязала я, получается, третью нашу часть. И получается, мы оказались возле третьей регланной линии. Перед двумя изнаночными мы делаем накид. Далее вяжем 2 изнаночные. 1, 2, и после них делаем снова накид. Потом идут 17 лицевых петель рукавчика. 1, 2, 3, 4. Если у вас спускаются, раздваиваются ниточки, вы поправляете их. Итак, 3, 4. Пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. И дошли до четвертой регланной линии. 2 изнаночные, перед ними делаем накид, провязываем 2 изнаночные и после 2 изнаночных делаем второй накид. И остается 34 петли лицевые до конца ряда. Это петли спинки, они также у нас вяжутся лицевой гладью. Первая лицевая, вторая, третья, четвертая, и переходим на последнюю четвертую спицу. Это должно быть 30 лицевых, то есть 4 на одной спице и 30 на второй спице. Это и есть 34 петли нашей спинки.
Поэтому довязываем до конца ряда 34 лицевые. Довязали до конца ряда, и теперь можете немножечко убрать, скажем, ваши расчеты дальше, и смотрим, что мы делаем в четных рядах. В четных рядах мы перекрещенные накиды провязываем лицевыми петельками. Для этого первый накид, всегда первый накид перед изнаночными петлями, я буду поворачивать другой стороной. Вот таким вот образом. Я как бы раскручиваю, у меня получается дырочка. Первый накид я провязываю за ближайшую стеночку, то есть провязываю его с наклоном в правую сторону. Далее у нас идут 2 изнаночные. Мы так и провязываем 2 изнаночные за дальние стеночки. Следующий накид мы ничего с ним не делаем, а просто за дальнюю стеночку провязываем лицевой петлей. То есть он у нас уже перекрученный с наклоном в левую сторону. И если мы вот так вот будем поворачивать один накид в одну сторону, второй провязывать в другую сторону с наклоном, то у нас будет незаметное прибавление. Если же вы будете просто провязывать каждый накид за дальнюю стеночку, то у вас будет наклон и одной петли накида, скажем так, в левую сторону, и второй. И постоянно будет видно прибавление с одной стороны. Этого я делать не хочу, поэтому я буду точно так же делать всегда во всех 4 регланных линиях в каждом четном ряду. То есть провязывать сначала первый накид я раскручиваю, провязывая за переднюю стеночку, а второй накид я за дальнюю стеночку провязываю лицевой, ничего не меняю. Далее у нас идут 17 петель лицевых рукавчика. Так и провязываем 17 лицевых до следующей регланной линии. Можете считать количество петелек, можете просто лицевыми провязывать, и вы увидите, когда вы дойдете до накида, до первого, вы увидите, скажем так, дырочку этот накид, поэтому можете, в принципе, пару рядочков первых, когда делаете прибавление, посчитать, для того, чтобы не запутаться и не потерять петельки. Дошли до вот первого накида, мы его поворачиваем вот так вот, с наклоном делаем вправо и за ближайшую стеночку провязываем лицевой петлей. То есть сделали с наклоном вправо перекрещенную лицевую. Далее вяжем 2 изнаночные петли за дальнюю стеночку. И ничего не меняя во втором накиде провязываем за дальнюю стеночку лицевой перекрещенной петлей. Связали вторую регланную линию. Далее у нас идут 13 петель спереда, первая часть. Поэтому вяжем 13 первых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, далее 7, 8, 9, я пока вяжу на чулочных спицах, возможно, вам уже удобно перейти на круговые, 10, 11, 12, 13, и мы пришли к тем центральным 10 петелькам, их у нас уже 14 благодаря прибавлениям, поэтому вяжем их следующим образом. Первые 2 идут изнаночные, так и вяжем 2 изнаночные. Далее 4 лицевые, это перекрещенный накид прошлого ряда, 2 лицевые и перекрещенный накид прошлого ряда. То есть это 4 лицевые подряд петли. Далее 2 изнаночные, снова 4 лицевые, накид, 2 лицевые, накид прошлого ряда. 4 лицевые и заканчиваем 9-10 петля, которая была в прошлом ряду. Это 2 изнаночные. Сейчас это 13 и 14 изнаночная петля. Провязали вторую часть переда. И далее снова у нас идут 13 лицевых. Хотите, можете вот эти центральные 14 петель для себя отметить булавочками. Мне этого не нужно, поэтому я этого делать не буду. Довязываем 13 лицевых до следующей третьей регланной линии. Можете просчитывать в первых рядах, можете просто ориентироваться по накидам. То есть у нас уже там идут перед третьей регланной линией накид и изнаночные петли. Вот он у нас накид. Мы его раскручиваем и за ближайшую стеночку провязываем перекрещенной лицевой петлей. Далее 2 изнаночные над двумя изнаночными регланная линия. И 2, довязывая изнаночные, вот так вот, чтобы не раздваивалось. Довязываем накид с другой стороны за дальнюю стеночку лицевой петлей. Вот так. То есть поворачиваем снова накиды перекрещенными в разные стороны. Теперь у нас дошли до второго рукавчика. 17 лицевых второго рукавчика. 1.
рукавчик, наша лицевая, вторая лицевая петля, пока будет раздваиваться, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Когда перейду на круговые спицы, мне будет тогда проще. Одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая и семнадцатая лицевая петля второго рукавчика. И дошли до накида. Накид разворачиваем и вяжем перекрещенной лицевой петлей за ближайшую стеночку. Далее 2 изнаночные, это четвертая регланная линия. И за дальнюю стеночку второй накид с другой стороны. Связали регланную линию, и у нас остается 34 лицевые петли, это петли спинки. У меня это 4 петли на одной спице и 30 петель на четвертой спице. И вот так вот довязываем все 34 лицевые петли до конца ряда. Конец ряда, как вы помните, это вот она, наша булавочка. Довязали до конца второй четный ряд, третий ряд это нечетный ряд, поэтому перед вот этими нашими изнаночными регланными петлями и после точно так же продолжаем делать накиды. Это будет продолжаться в третьем, пятом, седьмом, девятом, одиннадцатом ряду и так далее, пока мы не наберем нужную ширину для обхвата груди. Итак, куда деваются наши перекрещенные накиды, которые мы уже сделали, которые мы провязали? Они будут добавлять нам петли в рукавчики, то есть в третьем ряду это уже у нас будет плюс 2 петли к рукавчику, 19 петелек. Далее, плюс 2 петли добавится у нас на петли переда, то есть уже будет не по 13 петель, а по 14 петель с каждой стороны наших 14 петель косы. Далее, с другой стороны на рукавчик добавится 2 петли, то есть это 19 петелек. И на спинке добавится 2 петли, то есть это будет уже 36 лицевых вместо 34. И далее, в каждом последующем четном ряду у нас будут, скажем так, добавляться перекрещенные вот эти накиды, добавляются петельки, то есть 34 будет далее 36 через ряд, далее 36 добавится еще 2 петли, 38 будет, добавится 2 петли, 40 петель будет и так далее, то есть будут добавляться вот эти петельки. Поэтому перекрещенный предыдущий накид мы провязываем лицевой, он у нас сейчас будет относиться уже к спинке, и перед регланной линией делаем накид. Регланную линию 2 изнаночные провязываем и после них делаем второй накид. Теперь уже 19 лицевых петель, это петли рукавчика, пока не дойдем до второй регланной линии. Провязываем все петельки лицевые. Хотите, можете регланные линии отметить, но у вас четко видно, что идут лицевые петельки, потом раз, 2 изнаночные. Вот запомните, что перед и после этих изнаночных регланных линий нужно делать накиды. Еще раз повторюсь, в третьем, пятом, седьмом, девятом ряду, то есть в каждом нечетном ряду. В каждом четном ряду, втором, четвертом, шестом, восьмом и так далее, будем перекрещивать эти накиды, ничего не меняя. Итак, дошли до 2 изнаночных петель и делаем перед 2 изнаночными петлями накид, провязываем их 2 изнаночные над 2 изнаночными и накид с другой стороны. Далее вяжем все петельки лицевые до тех пор, пока не дойдем снова до изнаночных петелек. Но это у нас уже будут изнаночные, не регланная линия, а изнаночные петли, которые отделяют у нас вот эти вот центральные 14 петелек. Вот. И вот так вот провязываем лицевые петли. Провязываем дальше со следующей спицы лицевые петельки, пока не дойдем до изнаночных. Провязываем наши, получается, вот эту первую часть, 14 петель уже у нас. Далее дошли до 2 изнаночных. 2 изнаночные, здесь мы ничего не делаем из накидов, так и провязываем 2 изнаночные. И следующие 4 петли, вот эти наши 4 петельки, мы провязываем лицевые. То есть 4 лицевые на 4 лицевыми. Это мы уже связали 6 петель. Далее 2 изнаночные, это 8 петель. 4 лицевые это 12 петель и 2 изнаночные с другой стороны это 14 центральных петелек. Пока вяжем, как вы видите, все без изменения. И далее с другой стороны довязываем 14 лицевых петелек до третьей регланной линии, где мы уже точно так же продолжим делать прибавление. Довязываем до 2 изнаночных, третьей регланной линии все петельки лицевые.
Довязываем лицевую перед двумя изнаночными петлями регланной третьей линии. Делаем накид. Далее вяжем 2 изнаночные петли. И с другой стороны также делаем второй накид. И далее мы дошли до наших 19 петель рукавчика второго. Поэтому вяжем без изменения просто 19 лицевых до тех пор, пока не дойдем до последней регланной линии, состоящей из двух изнаночных петель, где мы снова сделаем накиды с каждой стороны из наших двух изнаночных петелек. Сначала и провязав эти две изнаночные. Дошли до двух изнаночных, делаем накид, провязываем 2 изнаночные и накид с другой стороны. Теперь нам остается довязать 36 лицевых петель, это петельки спинки до конца третьего ряда. В четвертом ряду, это четный ряд, мы будем перекрещенные накиды провязывать лицевыми петельками. Поэтому провязываем лицевую петлю перед накидом последнюю. Далее поворачиваем накид, как бы раскручиваем его, делаем дырочку. И за ближайшую стеночку вяжем перекрещенной лицевой петлей. Далее над двумя изнаночными 2 изнаночные вяжем. И второй накид с другой стороны вяжем за дальнюю стеночку еще одной лицевой петлей. Таким образом, мы добавили снова одну петлю на спинку, одну петлю на рукавчик. С другой стороны, на регланной линии мы точно так же добавим одну петлю на рукавчик, вторую петлю на перед. И так далее. То есть снова добавляем петельки. Пока у нас петель рукавчика 19, но при вязании получится следующего уже пятого нечетного ряда, петли рукавчика увеличиваются еще на 2 петли. То есть их уже будет 21 лицевая петля. Вот. А пока продолжаем вязать до следующего накида, до следующей регланной линии наши петельки, лицевые петли рукавчика. Вот дошли до накида. И снова раскручиваем первый накид, вяжем за переднюю стеночку лицевой петлей. Далее 2 изнаночные петли регланные и за дальнюю стеночку второй накид перекрещенной лицевой. Развернули, и вот посмотрите, сейчас уже при вязании этого четвертого ряда видно, что абсолютно, скажем так, незаметны эти прибавления на регланных линиях. То есть никаких дырок здесь нету, все очень красиво и аккуратно. Далее мы вяжем все петельки лицевые до тех пор, пока не дойдем до изнаночных петель. Это мы сейчас, получается, с вами вяжем первую часть передом. А затем, когда мы дойдем до двух изнаночных, это начинается вторая часть, то есть там, где у нас наша коса или перекрещенные араны, или жгутики, как вам привычнее их называть. То есть сейчас вяжем просто лицевые петельки до первых двух изнаночных петель из 14 центральных петелек. Та часть у нас, которая неизменна. Итак, мы первые две изнаночные вяжем над двумя изнаночными, а далее нам нужно сделать первое перекрещивание. Сейчас мы перекрещивание будем делать с наклоном в левую сторону. Затем второй жгутик мы с наклоном будем делать в правую сторону. Поэтому для этого мы берем сейчас 4 петельки переносим на правую спицу не провязанные. Первую, вторую переодеваем обратно. Третья, четвертая остается у нас за работой. И мы их вот так вот подхватываем и переодеваем в начало работы. Затем каждую из петелек мы провязываем лицевой. Первая петля, вторая лицевая, третья и четвертая. Тем самым мы сделали первый наклон с наклоном в левую сторону. Первое перекрещивание. Далее 2 центральные изнаночные петельки так и вяжем над двумя изнаночными. И следующие 4 петли нам нужно провязать с наклоном вправо, поэтому также снимаем их не провязанными на правую спицу. Затем за работой подхватываем спицей первую, вторую петельку, третья, четвертая перед работой переносится в начало. И теперь поочередно провязываем 4 петельки лицевыми. И до конца наших, скажем так, 14 петелек остается всего лишь 2 изнаночные. Мы так и довязываем их 2 изнаночные. Мы сделали первое перекрещивание влево и первое перекрещивание вправо. Вот такое перекрещивание мы будем делать в каждом четвертом ряду. То есть сейчас мы с вами провязали первое перекрещивание независимо от ряда, хотя мы сейчас находимся, как вы помните, в четвертом ряду. Вот, но в дальнейшем получается 5, 6, 7 ряд вы вяжете без изменения, просто лицевые 4 петли над каждым жгутиком.
И в восьмом ряду снова сделаем перекрещивание. Итак, через каждые 3 ряда, без изменения провязав вот эти петельки, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, мы будем делать перекрещивание в каждом четвертом, провязывая ряд, каждый четвертый ряд. Вот, то есть я думаю, что здесь вам будет понятно. Для тех, кто начинающий, просто повторяете перекрещивание влево-вправо каждый четвертый ряд. Никаких харанов не пытайтесь крутить. Ну, как бы, в принципе, можете, кто разбирается по схемкам, можете связать себе какую-то, выделить схемку. Но я считаю, что это, скажем так, слишком простая же веточка для того, чтобы здесь что-то там, скажем так, мудровать. И далее довязываем наши 14 петель лицевых, третья часть переда. То есть с одной стороны лицевая гладь, затем жгутики, и с другой стороны лицевая гладь. Если вот так вот у вас начинают уже сползать петельки, переходите на круговые спицы. То есть у вас получается спицы уже, скажем так, готовы к тому, чтобы увеличить. То есть перейти на круговые спицы, увеличить размеры. И далее снова, дойдя до вот этой вот нашей линии реглана третьей, мы раскручиваем накид и вяжем за переднюю стеночку. То есть первую петельку из накидов мы провязали. Далее вяжем 2 изнаночные над 2 изнаночными. И вторую петельку накид вяжем просто за дальнюю стеночку, перекрещивая лицевой петелькой. Далее у нас идут петли рукавчика 19 лицевых, пока не дойдем до следующего накида. То есть следующий накид мы будем точно так же перекрещивать. Сначала первый раскручиваем, провязываем лицевой перекрещенной, а второй накид мы просто провяжем за дальнюю стеночку. И вот таким вот образом мы будем продолжать делать прибавление, а в каждом четном ряду это прибавление перекрещивать. То есть раскручиваем первое, вяжем за переднюю стеночку, 2 изнаночные над 2 изнаночными, и всегда это будет 2 изнаночные, обратите внимание. И далее второй накид мы вяжем за дальнюю стеночку лицевой. И нам остается 36 лицевых петель довязать, это петли спинки, пока не дойдем до конца четвертого ряда. Для вязания пятого ряда я уже, пожалуй, перехожу на круговые спицы, для того, чтобы мои петельки не сползали с вязанием. Все, сейчас, скажем так, мы расширились. И теперь получается, что мы продолжаем в пятом ряду делать накиды возле регланных линий. Доходим до наших изнаночных первых петелек ряда, делаем накид, провязываем 2 изнаночные и делаем второй накид с другой стороны. Далее у нас уже в рукавчике добавилось еще 2 петли, значит 21 лицевая петля у нас сейчас в рукавчике. До следующей регланной линии вяжем 21 лицевую петлю рукавчиком. И уже у нас, как вы видите, четко видна лицевая гладь, это петельки рукавчика. Далее дошли до второй линии реглана, делаем накид, 2 изнаночные над 2 изнаночными предыдущего ряда и накид. Связали линию реглана и далее переходим к первой части передней из 15 лицевых. То есть вяжем 15 лицевых петелек до тех пор, пока не дойдем до центральных 14 петелек наших жгутиков. Дошли до двух первых изнаночных петель и вяжем над двумя изнаночными 2 изнаночные. Никаких здесь накидов в центре кофточки не делаем. Далее над 4 лицевыми петлями первого жгутика так и вяжем 4 лицевые. И это первый ряд после перекрещивания просто идет по рисунку. Таких рядочков вам нужно будет связать еще 2 ряда. То есть это довяжите до конца, еще следующий и следующий. То есть 3 ряда. Затем в 8 ряду вы будете делать перекрещивание. Вот. Теперь 2 центральные изнаночные без изменения над 2 изнаночными. И с другой стороны второй жгутик. Это также 4 лицевые. И заканчиваем 13-я, 14-я петля центра. Это изнаночные. То есть сделали первый ряд после перекрещивания по рисунку. Затем 2 ряда по рисунку. И в третьем перекрещивание. Снова будете повторять 4-й ряд. Далее вяжем третью часть из 15 лицевых без изменения, пока не дойдете до 2 изнаночных петель. Это третья линия реглана перед рукавчиком. Дойдя до 2 изнаночных, делаем накид, провязываем 2 изнаночные и с другой стороны делаем также накид. Теперь вяжем 21 петельку. Это петельки лицевые рукавчика второго.
пока не дойдем до двух изнаночных, четвертой и последней регланной линии в ряду. Перед линией делаем накид, провязываем 2 изнаночные и после нее делаем накид. Далее до конца ряда у нас остаются лицевые петельки, спинки, поэтому довязываем просто до нашего маркера, до конца ряда, перейдя полностью с чулочных спиц на круговые. И сейчас довязали до конца ряда, перешли на круговые спицы, продолжаем делать прибавления в нечетных рядах. В четных рядах мы эти прибавления перекрещенными петлями провязываем. И точно так же продолжаем здесь делать перекрещивание в каждом четвертом ряду. Хотите, можете первое перекрещивание сделать, к примеру, не в четвертом ряду, а в третьем. Для этого вам, скажем так, поднимется вот это перекрещивание и будет смотреться более плотно. Хотите, можете ниже его начать. То есть, в принципе, здесь эта разница, скажем так, не сыграет. Главное, делайте максимально приблизительное количество рядочков между перекрещиваниями для того, чтобы не смотрелось это, скажем так, разно. Потому что, в принципе, если вы возьмете, сделаете, к примеру, жилеточку, ну вот я вам сейчас на готовой покажу. Если вы сделаете, к примеру, первое перекрещивание повыше, то, соответственно, у вас должно быть через определенное количество рядочков следующее перекрещивание. Если вы изначальное перекрещивание вот здесь вот второе сделаете через 4 ряда, то потом в дальнейшем через 4 ряда делаете и каждое последующее перекрещивание, то есть чтобы оно было максимально выглядело одинаково. Хотя, если честно, если вы будете вот так вот комбинировать, как у меня здесь на вот этой жилеточке уже готовой, то, в принципе, я вам скажу честно, это не сильно заметно, если именно в комбинированном вязании. Если же вы будете делать такую жилеточку, как розовую, к примеру, через равное количество, вам придется делать перекрещивание жгутиков для того, чтобы красиво смотрелось гармонично, скажем так, вот этот узор или орнамент по центру вашей жилеточки. Вот. Я вам сейчас буду, провязав несколько перекрещиваний и прибавлений реглана, я вам покажу, как я буду делать вот этот, скажем так, орнамент. Вы уже в дальнейшем потом захотите, можете делать, продолжать вот такой орнамент. Хотите, можете сделать упрощенный вид, то есть только лишь вот эти вот изначальные перекрещивания в каждом четвертом ряду. Здесь уже вы выбираете, скажем так, на свое усмотрение. А сейчас пока просто продолжаем в каждом нечетном ряду делать прибавления в каждом четном ряду, их перекрещивать, эти накиды перед прибавления делать, и продолжаем делать вот такие вот жгутики, то есть как бы расширять визуально кокетку, расширять рукавчики, добавляя через ряд 2 петельки. Вот. И, в принципе, будет расширяться параллельно и перед, и спинка. И нам нужно потом это расширение будет сделать до, к примеру, если у вас окружность груди ребенка 49-50 см, то пока у вас на спинке и на передней стороне не будет по 25 см. То есть, чтобы совместив, на обхват мы добавим по пару сантиметров с каждой стороны, когда будем вывязывать проймочку. А так пока все делаем прибавление, скажем так, постепенное, благодаря вот этим линиям реглана. Итак, я провязала 16 рядочков, то есть связала полных 8 добавочных рядов и завершила четными рядами там, где мы провязываем накиды перекрещенными петлями. И сейчас смотрите, что у нас получается с передней стороны. У нас получается 3 полных перекрещивания, то есть первое, второе, третье. И далее мы связали просто 3 ряда, как обычно делали между вот этими перекрещиваниями. Сейчас мы находимся, получается, в ряду там, где должны делать четвертое перекрещивание. Но вместо его мы сейчас будем немножечко по-другому, скажем так, заменять наш уже рисуночек. То есть мы, получается, первые 2 косички связали. Далее мы будем делать перекрещивание вот здесь вот по центру. Но для того, чтобы сделать это перекрещивание, нужно связать еще один, скажем так, дополнительный ряд для того, чтобы здесь у нас оказались по центру между двух лицевых первых и двух лицевых вот этих вот вторых изнаночные петельки, которые сейчас находятся в центре. То есть сейчас мы провязываем, делаем, получается, ряд с добавлением петелек, то есть 9 ряд, делаем накид, далее 2 изнаночные накид, то есть наши регланные линии, довязываем петли рукавчика, затем снова во втором, скажем так, регланном
Вот здесь вот в промежуточке делаем накиды, провязываем до тех пор, пока не окажемся перед вот этими двумя изнаночными петлями, где у нас начинается центральный узорчик. То есть пока вяжем до центрального узора все петельки без изменения. Дошли до центральной нашей линии узора и далее вяжем первые две изнаночные по рисунку над двумя изнаночными. Далее вяжем первую половину первого жгутика, то есть 2 лицевые над 2 лицевыми. Теперь вот эти вторую часть из 2 лицевых нашего жгутика нужно перекрестить с одной центральной изнаночной. Для этого снимаем вот эти вот 3 петельки, то есть 2 лицевые и изнаночную, не провязанные на правую спицу. Теперь вперед снимаем сначала 2 лицевые, за ними одну изнаночную, подхватываем и возвращаем на вот эту спицу. Далее мы вяжем изнаночную, вот теперь над первой, перенесенной, скажем так, с третьей на первую, изнаночную петлю над изнаночной. Далее 2 лицевые. То есть мы как бы поменяли местами, и теперь по центру у нас между двумя первыми лицевыми и двумя вторыми одна изнаночная петля. То есть мы смещение сделали. Теперь вот эту изнаночную нам нужно перекрестить с двумя следующими лицевыми, то есть поставить по центру второго жгутика. Для этого снимаем все петельки не провязанные, то есть изнаночная и 2 петли жгутика лицевые. Далее ставим сначала вот так вот за работой изнаночную петлю, переодеваем. Перед работой у вас остаются 2 лицевые, мы подхватываем и возвращаем на место. Теперь у нас будут в начале идти сначала 2 лицевые петли, а затем уже одна изнаночная. То есть, как бы фактически, как вы видите, мы поменяли их местами. Далее довязываем 2 лицевые, вторую часть второго жгутика, и 2 изнаночные над 2 изнаночными. Что мы сейчас видим? Мы видим 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная по центру жгутика, 2 лицевые. Далее сразу же идут 2 лицевые, 1 изнаночная по центру второго жгутика, 2 лицевые и 2 изнаночные. Сейчас следующий ряд. Мы будем довяжем этот ряд с накидами, то есть сделаем 9 ряд прибавления петелечек по регланным линиям. А далее мы следующий ряд, получается по счету 18 уже, мы свяжем по рисунку все петельки как ложатся. То есть над регланными линиями накидами мы свяжем перекрещенные накиды петлями. И далее в линии рисунка нашего мы также провяжем по рисунку 2 изнаночные, 2 лицевые. На центральной вот здесь вот изнаночной жгутика мы провяжем изнаночную 2 лицевые. По центру у нас теперь уже изнаночных, обратите внимание, нету. А сразу же идет второй жгутик, по центру также 1 изнаночная петля. То есть вяжем вот эту часть по рисунку, как бы закрепляем наши изменения, которые мы сделали, как бы перекрещивание изнаночных петель на центр. Далее здесь мы, как и продолжаем делать накиды возле регланных линий, в следующем ряду мы просто их провяжем перекрещенными лицевыми петельками. В 19 ряду кокетки мы также продолжаем делать 10 ряд накидов возле регланных линий, и мы на передней нашей вот этой вот части рисунка сделаем также перекрещивание. Поэтому сейчас продолжаем делать накиды, провязывать регланные линии до тех пор, пока не дойдем до центральной линии аранов. Дойдя до центрального рисунка, мы вяжем над двумя изнаночными боковыми 2 изнаночные, далее вяжем следующие 2 лицевые и 1 изнаночная. То есть мы как бы связали, получается, пол первого жгутика и центральную теперь уже между жгутиком и изнаночную петельку. Теперь у нас идут 4 лицевые подряд. Мы должны сделать перекрещивание в левую сторону. Для этого мы сейчас берем, снимаем 4 лицевые петельки, не провязанные полностью, на правую спицу. Далее заводим спицу перед работой, снимаем сначала 2 первые лицевые петли. 2 вторые остаются за работой. Мы подхватываем их и возвращаем на левую спицу, также не провязанными. Теперь поочередно провязываем сначала первую петлю лицевой, затем вторую петлю лицевой, третью и четвертую. Сделали наклон, получается, в левую сторону. И теперь довязываем 1 изнаночную над изнаночной, 2 лицевые и далее 2 изнаночные петли.
Что мы сейчас сделали? Мы сейчас перекрестили с наклоном влево две вот здесь вот петельки с одного жгутика и две первые петельки со второго жгутика. Они у нас теперь располагались рядом. Вот. Поэтому сейчас мы скрестили, как бы получается, вот эти две части жгутика. Вот. И теперь сейчас нам нужно довязать ряд с накидами до конца. И вот в этом месте, в следующем ряду, мы также свяжем по рисунку. То есть мы сделали перекрещивание, а в следующем ряду мы так и свяжем 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная, 4 лицевые над петлями уже теперь нового жгутика, изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные. То есть по рисунку, как ложатся петельки. И также в 20 ряду нам нужно провязать перекрещенными лицевыми петельками вот эти накиды, которые мы сейчас сделаем в 19 ряду. В 11 ряду прибавления или 21 ряду кокеточки нашей мы сейчас вернем вот эти изнаночные петельки на место, где они были у нас по центру. То есть сейчас мы так и продолжаем делать в 11 ряду прибавления, то есть накиды вокруг регланных линий. И когда дойдем до нашей центральной вот здесь вот косички или арана, то я вам сейчас покажу, как мы будем делать изменения. Дойдя до рисунка, 2 изнаночные мы вяжем над 2 изнаночными, далее 2 лицевые вяжем над 2 лицевыми. Теперь у нас сейчас идут по рисунку изнаночная и 4 лицевые петель жгута. Мы жгут делим пополам, то есть мы же 2 забирали с одной косички и 2 со второй. Поэтому сейчас снимаем первую изнаночную петлю и 2 лицевые. Далее за работой заводим спицу, снимаем изнаночную петлю, 2 лицевые оставляя перед работой, переодеваем обратно непровязанными на левую спицу. Теперь вяжем 2 лицевые и 1 изнаночная петля. Вот так. Поменяли местами первую часть, теперь меняем вторую часть местами, поэтому непровязанные 3 петелечки, это 2 лицевые и 1 изнаночную, снимаем на правую спицу. Затем одеваем сначала перед работой 2 лицевые петли, изнаночную за работой заводим и одеваем перед 2 лицевыми петлями. Теперь изнаночную вяжем над изнаночной первой. Далее у нас идут 2 лицевые, то есть мы их сместили изначальным первым 2 лицевым петлям, которыми они шли. И довязываем эти 2 лицевые петли, вторую пару жгутика и 2 изнаночные до конца нашего рисунка. И у нас, как вы помните, изначально было 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные. Так у вас и должно сейчас получиться. 2 изнаночные, 4 лицевые, первый жгутик, 2 изнаночные по центру, 4 изнаночные, второй жгутик, 4 лицевые, второй жгутик и 2 изнаночные с другой стороны. То есть мы вернули все на место. Следующий ряд, мы сейчас как бы заканчиваем этот ряд с накидами по регланным линиям. Вот. И следующий, получается, уже по счету 22 ряд, мы будем провязывать перекрещенные накиды возле регланных линий. И этот, скажем так, ряд рисунка мы свяжем, как уже сейчас определились, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные. То есть точно так же по рисунку. Связали 22 ряда, и сейчас у нас получается на петлях рукавчика, если мы отделим вот так вот от регланных наших изнаночных петель, 39 петелек. Мне кажется, что это расширение рукавчика достаточно, при том, что мы делать будем набор петелек для проймы. И, соответственно, здесь у меня по ширине спинки также более чем достаточно, при том, что мы будем делать набор петелек для проймы. Вот на этом я останавливаюсь. И сейчас что мы делаем? Смотрите, мы сейчас первую петлю ряда изнаночную, одну из, скажем так, петель реглана, провязываем вот так вот изнаночной. Либо можете лицевую, то есть здесь уже, в принципе, уже мы можем переходить на лицевую гладь. Далее, вторую регланную изнаночную петлю и все петельки рукава до следующей первой регланной изнаночной петли мы должны перенести на булавочки, либо
на ниточку нейтрального цвета, то есть вы уже смотрите, на что вам удобнее переносить. Подтягиваем крайнюю петельку, чтобы пока мы нанизывали, она не спустилась. И начинаем переносить наши 39 петель рукавчика. И по одной регланной петле с каждой стороны, это 41 петельку на булавочку. Перенесли петельки на булавочку и теперь поворачиваем их таким образом, чтобы максимально ближе расположить обе рабочие спицы. Смотрите, мы перенесли на булавочку от второй регланной петли до следующей первой регланной петли 41 петельку, то есть 39 петель лицевых рукавчика и по одной изнаночной с каждой стороны линии реглана. Нам нужно это число, скажем так, уравнять, чтобы оно хорошо делилось на 4. Именно на 4 это раппорт узора резиночки 2 на 2. То есть 41 петля, ближайшее число 44, которое делится на 4. То есть это 3 петельки. Но если мы здесь на линии прямых сделаем набор 3 петелек, то это получится добавиться вот такое буквально маленькое расстояние. Поэтому я предлагаю вам увеличить не на 3 петельки, а на 7, то есть на практически 2 раппорта узора резиночки 2 на 2. Для этого мы берем сейчас, подхватываем большим пальчиком вот эту рабочую нить и делаем как бы такое вот закругление. Захватываем дальнюю петельку с пальчика и у нас получается набрана первая петля. Далее таким же образом набираем вторую, третью, четвертую, пятую, шестую и седьмую петлю. То есть мы сделали пройму из 7 петелек. Далее подхватываем вот эту изнаночную оставшуюся петельку на левой рабочей спице. Это вторая петля реглана. Первая у нас пошла на рукавчик. Мы ее вяжем лицевой. И все последующие ряды мы будем вот эти изнаночные петли реглана уже вязать лицевые. То есть мы как бы выравниваем наше вязание лицевой глади. Смотрите, мы сейчас, получается, с вами набрали петельки на рукавчик, на дополнительную булавочку, а продолжаем как бы замыкать вязание спинки и переда в круг, то есть делать как бы нашу окружность груди, бросив рукава. Далее вяжем все петельки уже без прибавления и каких-либо накидов лицевые до нашего центрального узора переда. В этом ряду я в узоре ничего не буду менять. Как вы помните, мы перед тем, как делать перекрещивание, вот здесь вот наших изнаночных петель с вот этими центральными лицевыми, мы провязали 3 ряда по рисунку, то есть 4 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, по бокам по 2 изнаночные. Вот такие вот симметричные 3 ряда мы должны провязать без изменения. Первый ряд он у нас уже провязан, теперь мы будем вязать сейчас второй и третий ряд. По рисунку 4 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, по краям по 2 изнаночные. То есть это у нас второй ряд для симметрии узора. Вот, поэтому мы сейчас просто провязываем по рисунку наши центральные петельки. Набрали 7 петель для проймы с одной стороны и с другой стороны мы точно так же сейчас будем набирать 7 петелечек для того, чтобы замкнуть вязание в круг и отделить второй рукавчик. Дошли до третьей регланной линии и теперь первую изнаночную петлю мы вяжем над изнаночной лицевой. То есть мы уже перешли на лицевые петельки даже в регланных линиях, поэтому провязываем первую петелечку изнаночную лицевой. Далее со второй изнаночной петли мы точно так же берем булавочку и переносим все петельки рукавчика. Вот, и 2 петельки с одной и с другой стороны по изнаночной с линии 3 и 4 реглана. То есть всего нам нужно на булавочку вторую перенести симметрично первому рукавчику 41 петлю. Допереносили 41 петлю и теперь точно так же подтягиваем нашу ниточку и набираем 7 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Возможно, вы знаете какой-то другой способ. Если вам удобнее набирать другим способом, то, пожалуйста, можете, скажем так, набирать. Вот 7 петля. И сейчас замыкаем вязание полностью в круг и с другой стороны. То есть соединяем с другой стороны перед и спинку. У нас точно так же и будет начинаться ряд вот здесь вот
там, где у нас, скажем, первая линия реглана. То есть вот я отметила булавочкой, вот он у нас, скажем так, начало ряда. Поэтому сейчас продолжаем вязать вторую вот эту изнаночную петельку лицевой. И далее все петельки спинки также провязываем лицевыми петлями. То есть ничего не меняем здесь, точно так же продолжаем вязать лицевыми петлями до конца ряда. Дойдя до первого рукавчика, то есть до конца ряда, мы довязываем наши лицевые. И теперь у нас вот эти набранные 7 воздушных петель. Их точно так же провязываем, просто 7 лицевых. То есть вот над первой петелькой вяжем первую лицевую, над второй петелькой вторую лицевую, над третьей третью и так далее. Это будет достаточно сложно сделать в первом ряду, но вы постарайтесь провязать их. И нам нужно их ввести полностью в работу. То есть мы сейчас, добавив 7 петелек, увеличили окружность груди. То есть нам нужно, скажем так, увеличить размеры под мышкой у ребенка. И далее из этих 7 воздушных петелек мы будем набирать также воздушные петли для обвязывания рукавчика такой же резинкой, с которой мы начинали у горловины. То есть сейчас я продолжаю вязать, скажем так, по кругу. Вот. И из вот этих вот 7 петелек, которые мы уже провязали, мы будем делать набор рукавчика. Но это пока попозже. Мы сейчас должны будем, бросив рукавчики, довязать полностью низ нашей жилеточки. То есть выглядит это как-то так приблизительно. Вот. Второй, вот здесь вот край проймы с другой стороны мы точно так же провяжем просто лицевыми петельками. А далее продолжаем уже без, обратите внимание, рукавчиков мы их убрали. Просто провязывать перед и спинку по кругу. То есть я точно так же продолжаю вязать по кругу. При этом вот здесь, где наш рисуночек, вот, который вязали мы с вами с перекрещиваниями, вот, мы должны будем его продолжать. То есть хотите, можете продолжать вот такими вот жгутиками, чередуя с вот таким вот орнаментом. Хотите, можете сделать еще какие-то перекрещивания по центру, там, где мы с вами сделали первое перекрещивание. Я предлагаю вам сделать в следующий раз несколько перекрещиваний. То есть, как мы сделали здесь, перекрещивание 3 ряда по рисунку, перекрещивание 3 ряда по рисунку, перекрещивание 3 ряда по рисунку. Точно так же можно было и здесь сделать, совместив. Вот здесь вот, сделав перекрещивание один раз в левую сторону, мы можем провязать по рисунку, то есть не возвращать изнаночные петельки в центр, а провязать по рисунку 3 ряда и затем сделать второе, третье перекрещивание. То есть как мы делали с вами вот здесь, только по центру. Далее у вас вот эти вот, получается, 2 лицевые с одной и с другой стороны после изнаночных будут идти просто ровными, скажем так, столбиками, насколько это может быть. То есть сейчас вы видите немножечко искаженный рисуночек, но когда вы слегка, скажем так, отпарите либо постираете, вот он уже четкий у нас орнамент виден. Так как это хлопок, скажем так, тем более он, как вы видите, состоит из нескольких ниточек, вот, он ровно прям при вязании идеально не сядет. Вот, посмотрите, даже на лицевую гладь, скажем так, она достаточно не идеальна. Вот. И сейчас мы продолжаем делать вот такие вот перекрещивания. То есть я провяжу третий ряд по рисунку, как мы здесь вязали 3 ряда по рисунку. А затем буду закручивать такие же 3 перекрещивания во внутреннюю сторону кофточки. Вот, затем снова верну вот эти изнаночные, скажем так, с центра на боковые стеночки. И сделаю несколько перекрещиваний здесь. То есть здесь вы включаете свою фантазию. На всякий случай я вам могу приложить сейчас схемку приблизительно подобного узора, который я смогла найти в интернете. То есть мне понравилось, и он чем-то даже похож на вот этот, который я сейчас хочу сделать. Это я, скажем так, сейчас фантазирую по ходу, скажем, вязания. Смотрю, как мне нравится и что бы я хотела сделать по центру. Но я вам сейчас приложу схемку, то есть хотите, вяжите по ней. Вот. Но в схеме я сделала некоторые изменения, то есть там у нас перекрещивания шли в левую сторону обеих косичек, я их повернула во внутренние стороны. Затем здесь тоже можно сделать одно перекрещивание, можно сделать 3. Вот там можно сделать подлиннее вот этот центр, то есть вот эти боковые полосочки там идут длиннее гораздо, я их укоротила. Вот, то есть, в принципе, вяжем просто длину от проймы жилеточки до, скажем так, обвязывания жилетки резиночкой 2 на 2 по низу.
по низу я буду делать резиночку повыше, скажем так, ну, пошире, чем я делала на горловинке. То есть горловина у нас будет одеваться на, допустим, гольфик с горловинкой высокой на трикотажный. Вот, поэтому я сделала горловину, скажем так, такую, как вы видите, пошире по обхвату головы, то есть без застежек. Можно здесь сделать, набрать поменьше петелек, сделать застежку, то есть вы уже смотрите, скажем так, что у вас получается. Обязательно вот эта, скажем, горловина должна натягиваться на голову ребенка. То есть обратите на это внимание, поэтому предлагаю вам померить горловину, для того, чтобы что вы будете вязать дальше, не пошло, скажем так, на смарку и не пришлось перевязывать. Вот, и соответственно здесь обхват ручки с запасом вот этого, скажем так, края, где мы набирали петельки для проймы. Вот мы будем здесь делать дополнительный набор петель. И вот это и есть наша, скажем так, ручка по обхвату. Далее мы здесь свяжем обработочку, сделаем резиночку 2 на 2, как делали на горловинке. И в принципе это практически все. Поэтому предлагаю вам сейчас связать высоту жилеточки. И до встречи во второй части, где мы с вами продолжим вязание.